Певица и телеведущая Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидения, решение уже принято. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Версия». По словам инсайдера, уже принято решение о том, что на Евровидение поедет Ольга Бузова и готовится интервью для Первого канала. При этом ранее представитель артистки Антон Богославский отказался комментировать слухи о ее возможном участии в Евровидении. Как писал Рамблер, до этого основным кандидатом на поездку называли Александра Панайотова. Однако сам певец назвал эту информацию фейком и обвинил в циничности тех, кто распространяет слухи о его участии в конкурсе. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.